Опять у нас воды нету. Так что без воды сидим. Сейчас посмотрим, чем занимается хозяйка в огороде. Вот она здесь занимается. Сейчас это у нас тут дыньки посеянные. Вот. Капельный пролив проложен, прокладен, а воды нету. Вот она тут уже все, видите, прорыхлила. Там огурчики, перчики, помидоры, капусту. Вот, и сейчас дыньки. Ну и дыньки она не только землю рыхлит, но и, видите, вот она прорывает. Так, я как тот раз я говорил, где там какие чахленькие, где какие такие уже, ну, не сильно выросли, где те. Это кто огурчик, да? Оставляешь его? Или это огурчик? Да, а что это такое? А может дыня, Вот, видите, как она смела. Смело. И вот это тоже надо. Ты думаешь, этот смело? Ну, а что? О, видишь, вот пореже, тут травка. Так, свободный. Вот тот через свободный. Один. Свободный. Через один, видите, вот она уже сколько травы навыбирала. И землю рыхлит, вот она, видите. У нее уже, рыхлит, уже... И травку рвет. Уже, вот видите, вот она сколько. Я жалел, что тот раз, вот, когда я снимал видео, говорил, что еще раз будет прорывать. Ну, то есть выбирает вот такие, потому что есть такие вот листики, морозом прихватило, и они не хотят расти. Поэтому, что, приходится их удалить. А вот они, вон, растут, глянь, прорастают дыньки. А это арбуз. А это арбуз, смотри, вот это. Вот, видишь, вот, для. Это арбуз. Оставишь его. Ну, а вот это, что это? Ну, дыни прорастают. Так он нужен нам. Ну, пускай позже будут. Ну, хорошо. Может быть. Может быть. Вон там вот тоже вылазит, видишь, как он. Ну, вот так вот за него. Ты смотри, эту трубку не по это, инструментом своим. Да стараюсь. У нас инструмент, вот видите, какой. Везде. Шпатель, слышишь? И этот, как его. Ну, не надо его трогать. Так две штуки тут. А, две? Да. Вот я же и смотрю. Ну, пускай две будут. Так, вот так, все. Свободный. О, видите, как команду. А, это ж агроном. Она училась на этом виноградарском факультете. Ага, самоучка. Ага, и теперь она вот тут попробует ей еще с командой. Вот, видите. Потом еще удалить. Видите, вот тут помидорка вот вырос в этом самом. Вот. Ну, тут в конце, не знаю, с них будет толк или нет. Ну, ладно. Какая разница. Вот так вот. Так что вот так вот она. Вот она работает, видите. Раз удаляет, потому что, чтобы не было загущения. Загущения, чтобы нет. А тут вот укропчик растет, это кукурузка. Ну, все, ассорти, везде. Это смотришь, фасад. То помидорчики растут, где хотят. Угу. Тут арбузик, тут то. Вот такой вот. Тут вот чеснок надо будет когда-то выкопать попозже. Попозже. Ну ты, Бахчу, еще сегодня успеешь, да, арбузы? Успею. Ну и ладненько. До темна. Угу. Вот так вот. Ну, а что оно будет, непонятно. Ну, сейчас она уже, видите, как проредила их, уже теперь им будет посвободнее. Ну, я не знаю, потому что я в нем не понимаю в этом.